Одним антирейтингом студенты не ограничились. Так, неприемлемые условия для проживания выявили в 66 студенческих общежитиях страны. Такими результатами акции «Чистая среда» поделились представители молодежного крыла «Жасутан». 270 общежитий попали под внезапные рейды молодых активистов. Условия, в которых приходится жить студентам, оставляют желать лучшего. Подробнее расскажет Татьяна Ковалева. Нет, они сами заделали, потому что сквозняк, то надуло. Мына форточка ашатында жоқ қой. Как его открывать? Ручки здесь нету. Я хочу, чтобы вот такие вот директора колледжа жили вот в таких вот общагах. Им надо дать места здесь, чтобы с семьей они здесь жили. Вот тогда будет это действительно здесь быстро что-нибудь поменяется. Казалось бы, столичный политехнический колледж, а состояние общежитий больше напоминает трущобы. Ремонт, мебель, оборудование здесь явно не менялись со времен его основания, а это чуть больше полувека назад. Он, к слову, одним из первых попал в топ-15 худших студенческих общежитий страны, по версии жасутановцев. Но молодежь и этому, похоже, рада. На камеру жаловаться никто не стал. В общем, все у нас нормально, но в следующем году думаю переехать на свою квартиру. Условия все есть. Тепло. Три раза в неделю нам душ открывают. Нам все нравится. Правда, нет интернета. Но без этого можно жить. Но слова словами, на деле же во время рейдов молодые партийцы нашли массу нарушений. Нет ремонта, не соблюдают нормы пожарной безопасности, сплошь антисанитария, а такое почти во всех городах страны. А в общежитии одного из вузов Алматы во время проверки кухни в духовке проверяющие обнаружили мертвую мышь. Захожу в комнату, стоит плитка. Я спрашиваю, это же пожаробезопасно, ты раз уснешь, например, да, может быть пожар вспыхнуть, например. Это же не соблюдение пожарных норм. Он говорит, ну я не хочу готовить прачки. Я у него спрашиваю, а почему? А потому что там бытовка и прачка находятся в одной комнате. Как там нам готовить, видите? Даже не соблюдены элементарные пожарные нормы. Закрыты запасные выходы, нету ручек. Еще одна проблема – нехватка мест в студенческих общежитиях. По данным жасутановцев, больше 92 тысяч студентов в стране ждут своей очереди. Но при этом комнаты в общежитиях умудряются сдавать посторонним лицам. Так, к примеру, на сайте объявлений открыто сдавались в аренду квадратные метры, предназначенные для студентов университета Кайнар в Алматы. К слову, все эти замечания, сделанные на основе проведенного мониторинга, представители молодежного крыла «Жасутан» теперь направят Министерству образования и науки Казахстана и руководителям учебных заведений. Татьяна Ковалева, Султан Калдыбеков. Итоги дня.